Меня зовут Вова, и я живу неподалеку от Сиэтла, в штате Вашингтон, США. Сегодня я решил начать серию роликов, посвященных моим походам в горы. Я не альпинист и не скалолаз, но мне очень нравится ходить по пешеходным маршрутам, у которых есть разные сложности. Сегодня я иду по маршруту Готик Бейсин. Это достаточно крутой трейл. Трейл — это пешеходная тропа. Это достаточно крутой трейл с нормальным таким изменением высот. Расстояние по кругу должно быть где-то 9-10 миль, то есть порядка 16 километров. И максимальная точка 5 с чем-то тысяч фит над уровнем моря. Горы, в которых мы сегодня находимся, называются Северные Каскады. Они расположены на северо-западе США в штате Вашингтон. Эта территория имеет статус национального леса и примыкает к огромному, красивейшему национальному парку с одноименным названием Северные Каскады. В наших краях сильные штормовые ветры, увы, не являются редкостью. Некоторые деревья не выдерживают и ломаются, как спички. К сожалению, было даже несколько смертельных случаев, поэтому всегда нужно держать ушки на макушке. Где-то 10 лет назад мы переехали в Вашингтон. Это штат для людей, которые любят путешествия и приключения. Для людей, которым нравится идти куда-то с палаткой, ночевать неизвестно где и восхищаться окружающей природой. Уже как минут 30 трейл начал круто подниматься вверх. Но есть и хорошая новость, мне стало теплее. Если какое-нибудь дерево упадет туда, где проходит трейл, то никто не будет его убирать. Просто возьмут, вырежут кусок, чтобы люди могли проходить, а остальное будет перерабатываться природой естественным путем. По дороге встретил пару косуль. Это нормально. Эй, не убегайте. Хуже будет, если встречу пару медведей. Я поднялся чуть-чуть повыше уже. Прошел, наверное, 3/4 от заявленного расстояния. Погода налаживается. Я думаю, что наверху будет замечательная видимость.
вам нравится это. Несколько лет назад я даже не мог и мечтать о том, что буду все это видеть и стоять вот здесь, посреди гор. Я родом из Донецка, и там, к сожалению, у нас таких гор не было. Были только лишь шахтные терриконы, такие насыпи. Конечно, мы с пацанами бегали туда, но мечтать о том, что окажусь здесь, я даже в принципе не мог. И 10 лет назад, когда мы переехали в этот штат, или 11 уже, да, то буквально в первые пару недель мы съездили посмотреть на вулкан Рейнир, который находится в 3 часах езды от Сиэтла. Были настолько восхищены и поражены увиденным. После этого начали регулярно ходить в горы. Вот. Это место, которое очень трудно описать. Просто нужно все видеть. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Мы увидим еще очень-очень много красивого. It's only when you want to bear me all the truth. It's a labor of love, and honey, I choose you. And I'm picking up the pieces, the ones that we don't have. It's the putting it together, it's making me sad. You're the reason why I can't touch the sky. I want it, and I am like the sun, revolving everyone. Трейл уже давно перестал быть прогулочным. Да и трейлом тоже, наверное, осталось условное направление под названием «Корни до камня». Карабкаемся наверх. Похоже на то, что я приближаюсь к конечной точке. Ну или это мне так кажется, хотя по расстоянию должно быть уже. Даже уже прошел на полмили больше. Вот здесь красиво. Итак, что мы имеем? А имеем мы 5,4 мили. Вместо 4,5 обещанной. Сколько там? Ну, 3.30 где-то я шел, наверное. Я уже здесь минут 15 гуляю. Так что это при том, что моя крейсерская скорость обычная по, ну, с некрутым подъемом и с нормальным покрытием под ногами где-то 30 минут. 20, от 20 до 30 минут, наверное, я иду одну милю. То есть здесь было все значительно сложнее. Но...
меня спрашивают, зачем я иду в горы, я иногда не могу ответить, просто улыбаюсь. Как можно описать, как можно объяснить всю эту красоту? Очень часто бывает, как сегодня, например, было очень тяжело подниматься, реально тяжело, то есть трейл такой, как написано, что он тяжелый, так он и есть тяжелый. То есть иногда идешь, думаешь, ну зачем, ездишь полегче, можно выбрать что-то попроще, с видом тоже красивым, но нет, прешься наверх, ругаешься. Но на финише всегда одни и те же эмоции. Всегда. Это восторг. Это восторг. Это нельзя передать. И снимает сразу всю усталость. Снимает все отрицательные эмоции, которые есть. И ноги уже не болят. И просто хочется наслаждаться этим и получать удовольствие. Ходите в горы.